Здравствуйте, друзья! У нас очередной сюжет на тему о действенности наших публикаций. Вот было видео, и я там говорю, жалко, что вот нельзя автограф взять вот на сотовый. Там у знаменитого человека, там, если что, знаешь, наткнулся, раз, и нету. И тут ребята пишут, вы знаете, Михаил, раз действительно нет такого, значит, мобильного приложения, так мы сделали. И дали ссылку, и вот я вам сейчас покажу у меня на экране, как это все будет выглядеть. И я вспоминаю, такой анекдотец был, как в политбюро там, ЦК КПСС приходит письмо от коллектива трудового мясокомбината какого-то там, и пишут, что вот мы рассмотрели претензии генерального секретаря товарища Брежнева к качеству наших сосисок. И, значит, когда он гостил в нашем городе, вот тут выступал, и мы вот резко улучшили качество, вот о чем мы сообщаем. На что, значит, им там отвечают из политбюро, там, из аппарата, им говорят, что товарищ Брежнев никогда не критиковал ваши сосиски. А они говорят, ну как же, вот он выступал такого-то числа, и вот там вот, значит, сказал, что сосиски сраные. Ну и они пишут, он не это сказал, он сказал сосиски сраны. Вот, и, но я к чему говорю, действенность публикации. Вот человек вышел, что-то сказал, раз, ответная какая-то реакция идет. Я не хочу этим анекдотом никак это самое обхихикать. Значит, то замечательное приложение, которое ребята сделали. Я просто о том, что вот тут сказали, а там что-то, значит, произошло, какая-то реакция происходит. Давайте я сейчас переключусь на свой монитор и сделаю вот некоторую запись на экране. Вот мы с вами, друзья, находимся на страничке в Apple-овском, значит, магазине, да, iTunes. И тут что-то нам такое пишут, прям вот по-английски. Значит, вот видно, кто сделал. Вот Владислав Шулкевич. Называется «Get an autograph». Да, значит, возьми автограф, значит, автограф на твоем фоне или, значит, таблетки. За трешку вот предлагают customer рейтинг. Пока еще не было рейтингов. Друзья, отправляйтесь и давайте customer рейтинги. Вот, как вы видите, где-то, значит, знаменитость какую. Сразу подскакиваете и берете автограф. Вот такая, можно сказать, маленькая у нас сегодня история, но очень приятное, отдельное спасибо Владиславу, который так как-то так откликнулся. И я считаю, что штука хорошая. Единственное, что в таком мире, как мы сегодня живем, когда миллионы этих вот applications там, по магазинам, там всюду, уже не найдешь ничего и просто легко затеряться. Поэтому вот я считаю, что в этом смысле, наверное, есть какая-то проблема, чтобы тебя нашли. Но мы-то с вами теперь уже знаем. Счастливо!